Порядка 500 вызовов поступило в отделение скорой помощи за новогодние праздники. Причинами стали респираторно-вирусные инфекции, заболевания сердца и желудочно-кишечного тракта. Были и несчастные случаи, но морожений и ожогов от пиротехники врачи не зафиксировали. Большая часть выездов пришлась на взрослых, детских порядка 10%. По словам врачей скорой помощи, общее количество звонков от граждан осталось на уровне прошлого года. Как правило, много обращений поступает в начале и в конце праздников. 1 января с 9 утра до 9 вечера было обслужено 35 вызовов тремя бригадами. Это очень много. Вызовов всегда очень много. Потому что все-таки это массовость, да, то есть и вирусные инфекции, и травматизм, и алкогольное опьянение, с обострением всех хронических заболеваний. Кроме того, врачи отмечают случаи бытового и уличного травматизма, разного рода ожоги, ушибы и ранения.